Музей на набережной открыли после ремонта. В здании полностью заменили окна и расширили входную зону для посетителей. Подготовили новые выставки с редкими экспонатами. По обновленным коридорам и экспозициям прошла Татьяна Кияева. Так выглядели жители села Кривощеково. Их облик реконструировали на основе черепов, найденных во время археологических работ. Здесь же одежда, обувь и домашняя утварь, нательные кресты кривощековцев, предметы, принадлежавшие жителям села Бугры, и фотокопии уникальных документов. За много лет до Новосибирска. Так называется постоянная выставка музея. Корни свои мы должны знать. И когда мы знаем свои корни, то это... Для молодежи, для любого из нас, та самая подпитка патриотизма, любви к нашей стране, без которой никакое государство существовать по-настоящему не может. В соседнем зале экспонаты более близкой нам эпохи. На выставке «Город в руках» посетители впервые смогут увидеть около 120 оригиналов почтовых открыток начала 20 века с видами Новониколаевска. В зале представлены почтовые карточки дореволюционные, начиная от 1904 года до 1917. Еще один проект «Сибирь индустриальная» посвящен заводу «Сибсельмаш». Для него построили типичный барак. Вот этот барак, он, правда, у нас такой получился одноместный, однокомнатный. На ремонт музея ушел целый год. В здании полностью заменили окна, расширили входную зону для посетителей. Между залами открыли проходы. Самая главная проблема нам, значит, перешить с парковкой. Мы поставим вот эти вот черепашек лежащих, чтобы машины не вставали прямо перед нами, это муниципальная земля, и чтобы люди могли заходить. То есть все-таки главный вход у нас будет с той стороны, где люди непосредственно идут. И мы надеемся, что количество посетителей в музее увеличится. Мы этого очень ждем. Теперь в музее будут работать две постоянные выставки. Во второй половине этого года откроют новые сменные экспозиции. Работа – это не любительская. Это работа строго научно выстроена, потому что ведется активное сотрудничество с Музеем истории Сибирского отделения Академии наук, потому что история – это наука. Музей работает со среды по воскресенье. Входной билет для взрослых – 150 рублей. Для школьников, студентов и пенсионеров – 100 рублей. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.